Эди, что тебя тревожит? Эди, а? Кто? Да нет, все нормально, брат, просто ночью кошмар приснился, я вот думаю о нем, а так со мной все нормально, не волнуйся. А, Эйюль, ты видела афиши на въезде к нам в комплекс? Нет, не видела. Что за афиши? Я так поняла, будет концерт в честь нового учебного года, там будут музыканты, певцы. Ты возьми Аслым, вместе пойдите туда, вам будет очень весело, доченька. Да, вы немного развеетесь, это было бы прекрасно. Аслым, ты бы знала, кто будет на этом концерте. Вот, сама посмотри. О, да. Аслым, знаешь, мы должны любой ценой туда отправить. Да ладно. Я передумала. Не стоит оно того, там толпа будет. Но вы бы развеялись, доченька. Давненько у вас такого не было. Вы две кузины сходили бы, отдохнули. И правда, Эйюль, было бы прекрасно, к тому же развеялись бы немного. Послушай, отец, мы сходим в парк, погуляем, вот и развеемся. К тому же, зачем нам стоять там рядом с всякими богачами, а? Ну ладно, я возьму свою сумку, а ты тоже приходи. Хорошо, сейчас приду. Аслым, ты открой на своем телефоне афишу эту, открой, пожалуйста. Он отказался от того, что дорого, да? Дай-ка посмотрю. Аслым, ну же. Иду я. Аслым. Возьми эти деньги, купите себе с Эйюль билеты. Отдохните хорошенько. Но не смей говорить, что деньги от меня, иначе они не пойдут, хорошо? Братец, ты тоже не смог смириться, ведь так? Доченька, это все, что я смогла собрать, надеюсь, этого хватит. Возьми, положи это в карман. Я уже дал деньги, все. Нет, ну так нельзя, брат. Сказал же, нельзя. Отец, пожалуйста, увидь мою смерть. Не говори так, не зли меня. Не люблю это выражение. Я дал, доченька, все, можешь идти. Брат, пожалуйста, на, возьми это тоже. Нельзя, говорю, брат, пожалуйста. Ладно, не спорьте. Я разберусь. Увидимся. Нет, я так не могу. Не могу взять все твои деньги и потратить на эти билеты. Эйюль. Я так хочу, не понимаешь, что ли? Мало ли, для обучения понадобятся эти деньги тебе. Положи их куда-нибудь, пусть полежат. В другой раз, обещаю. Не буду хвастаться, но я вчера двух людей спасла. Один, конечно, несмотря мне в глаза, убежал, однако это особый случай. Вот что я поняла. Жизнь пустая. Ничего нет в ней. Если я с кузиной не могу потанцевать, попеть, то какой смысл в жизни? Ты скажи мне да, пойдем купим эти билеты, и нам будет очень весело. К тому же отпразднуем мою регистрацию, ну же, ладно. Ладно, раз ты так настаиваешь, сходим. Вот, то, что я хотел услышать. Это наша маршрутка? Да, пойдем, пойдем. Алло. Эйюль. Кузина, плохие новости. Что случилось? Билетов нет. Я пришла покупать, мне говорят, нету. Да ладно. Ну ничего, кузина, бывает такое, не страшно. Я-то подумал, что под плохими новостями ты подразумеваешь вновь взрыв магазина. Что-нибудь такое. Я очень испугалась. Слушай, ну не придуривайся. Мне правда очень грустно стало. Мы бы хорошенько отдохнули там. Кажется, мы опоздали. Да ладно тебе, не расстраивайся. Это обычный концерт. Знаешь, сколько проблем в мире? Ты сейчас решай дела по поводу уроков, а я вернусь к своей работе, хорошо? Вечером вновь поговорим. Ну, я целую тебя, пока. Надеюсь, нет никаких проблем. Мы с кузиной хотели на новый концерт сходить. С трудом собрали деньги, однако... Не получилось. Все билеты скупили, поэтому мне стало грустно. Я понял. Ты очень сильно хотела пойти? Точнее, вы хотели. Ну, да. Ладно, а у тебя как дела? Я пришла утром на остановку, однако... Эйюль!
Слушай, мне нужно идти, потом поговорим. На остановке она думала обо мне. Билеты. Билеты на концерт. Если я найду эти билеты, Эйлюль будет счастлива. А если она будет счастлива, она улыбнется мне. А если она улыбнется мне, то весь мир станет для меня раем. Нужно достать билеты. Нужно достать билеты. За сколько ты купил, брат? Я заплачу больше. Я хочу купить. Слушай, мне правда нужно, иначе зачем я предлагал бы, а? Знаешь, нам тоже очень надо, мы хотим оторваться. Мы очень давно ждем этот концерт. В два раза больше. В два раза больше изначальной цены. Договорились? За эти деньги пойдете в более крутое место. На самом деле, мы бы обычно продавали бы в таком случае, но этот концерт не часто организуют, раз в год. Как понимаешь, эти билеты имеют духовную ценность. В три раза больше. Ладно, давай.